Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня мы с вами приготовим очень вкусные кексы из кабачков. Приготовление таких кексиков, естественно, мы берем кабачок и натираем его на мелкой терке. Кабачкам добавляю 2 куриных яйца. Теперь к кабачковой массе я добавляю 1 чашку молочной сыворотки, но вы можете использовать обычное молоко. Все тщательно перемешиваем и затем добавляем несколько ложек муки. Смотрите, по консистенции полученного теста в моем случае потребовалось где-то 4-5 столовых ложек. Тщательно перемешиваем, добавляем соль, перец по вкусу, можете использовать другие приправы, и раскладываем все по силиконовым формам. И отправляем нашу форму в разогретую духовку примерно минут на 20. Но и лучше контролируйте сами, протыкая кексики зубочисткой. Ну вот, наши красавцы испеклись. Посмотрите, какие интересные поджаристые они получились. Также я еще сделала кексики в форме елочек. Такие кексы получаются низкокалорийными, очень бюджетными, а главное, вкусными. Приятного вам аппетита!